Номер 219. События дня. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Исайя 8.10. Замышляйте замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Яко с нами Бог. 18 июля 2016 года. Далее сами смотрите. Засчитывать не буду, но ознакомление просят, чтобы другим дать знать. Себя останавливайте, считайте. И срочные новости со вчерашнего дня. Мы сегодня только опубликовали. Сообщить всем, кому не безразлично будущее России и спасение его собственной души. Вчера, то есть 18 июля 2016 года, в понедельник, уже в 11 часу ночи, приехала полиция, как мне сказали, к лагерю Стану. Я-то там не бываю. Детей в лагере Стане не стало. Полицейская машина дежурила всю ночь и сейчас еще стоит там. Каждый день полиция сверялась, а как дети, еще вчера спрашивали, а сами подготавливали, ну, то, что дальше. Игнат Игнатов. Бог среди нас, Игнатий Тихонович. На твоей странице, это, видимо, в моем мире, крупным планом появилось чуждое православным христианам приложение «Фотострана». С фото нецеломудренных девиц. Такого никогда еще не было. Бесяра подсовывает очередную свинью. Храни тебя Бог. Ну, то есть они уже не знают, что делать. Они сделать ничего нельзя, потому что с нами Бог. С нами Бог, а там какой Бог будет, когда такая скверна? И вот это все сейчас, что раздуто, помимо того, что проверка была, это все инициировали, возбудили патриаршие сатрапы во главе с Дворкиным. Зимой были рождественские международные чтения, и они там, надо обратиться, Роспотребнадзор, как загалдели все, надо, надо. И они не могут, это сергианство в живом виде, оно никуда не делось. Сергианцы все перешли в патриаршую церковь. Сергианцы, то есть новообновленцы, которые были. Ну, под старым обрядом. По церковно-славянским языком. Там-то хоть это положительно было, а здесь-то. И они не могут без этого. Не могут. Как не может, змея не ужалить. Не может. Перевези, черепаха, меня. Да ты жалишься. Ну, перевези. Перевезла черепаха. Она в конце ужалила в шею. А я по-другому не могу. Вот они. Знаешь, дружишь с ними вместе. Священник вдруг поднимается, делается бешеным. Разыскивает, где наши предыдущие были ролики. Это делал Дудин Сергей, город Сиверс, Томской епархии. Я не придумываю это. Рыскал везде, и в Германии, там у какого Валентина Сартисон, взламывают, обращаются, жалуются, свои ролики, которые хорошие, мы беседовали вместе. То есть эти люди без чести, без совести. Дворкинская свора, по-другому не назову. И вот они сегодня лютуют. Но этому тоже придет конец. И этому придет конец. Как в Библии написано, и он умер. И он умер. Все кончится.
я его называю кодла патриаршая. Вот они сейчас полный рост встают. Кому наш детский лагерь мешает? Конкретно. Родители отдают детей сюда, знают, куда они первый год. Вот у меня пятеро ребятишек одной, не первый год. Бесплатно. Старается что-то сшить им. А она с шестым ребенком, он болеет, температуре там. А на нее давят и давят все время. Все говорят. Прокуратура зазвонила, чтоб только забрали детей своих, тогда легче будет. Детей забрали. А как заберут, когда на обратный ход у них билет взят на 30-е? Мальчик из Канады. На первое число. Как я могу? Куда его деть? Даже при желании я его не могу никуда деть. Доброе утро. Алло. У нас такие события. Я считаю то, что помещено. Срочные новости. Сообщить всем, кому не безразлично будущее России и спасение его собственной души. Вчера, то есть 18 июля 2016 года, в понедельник, уже в 11 часу ночи приехала полиция к лагерю Стану. Детей в лагере Стане не стало. Полицейская машина дежурила всю ночь и сейчас еще стоит там. Чтобы ты знал, какие советы дашь. Посмотри юридически, как они это... Они, притом, просили адреса, когда, ну, там, по образованию, и я дал. Они их забомбили. Мне звонят, говорят, покоя никакого нет, прокуратура. Заберите детей. Какое у них право на это есть? Заберите детей. А она говорит, как проеду? Проезда здесь нет. Галя уехала с ребятишками. А как я куда дену детей, когда у них обратный билет купленный заранее, 30-го, а из Канады мальчик на первое число? Куда же я иди? Даже практически невыполнимо это. Ну, мы детей разобрали ночью, и они дежурят здесь. Мне нужен совет, и имей в виду это, где можешь, там, разузнай, что, и прочее. Хорошо слышишь? Ну, все, больше-то еще скажу. Я дома, я нигде не появляюсь, меня нет. Мне никак нельзя нигде быть. А мы вчера хорошо поработали тут. Трудности были с лагерным прудом, и мы все-таки сумели старый бетонный спуск воды закрыть, чтобы можно было поднять. Такой радостный день был, кое-как мы сделали это. Ну, остальное что тут? С голоду не умрут. Прямо грызут. И которые приезжали, уже забирали, и говорят, невозможно, говорит. Непрерывно звонят и звонят, надзор. И все это инициировала патриархия. Зимой были рождественские чтения у них. Там, в Москве, под руководством Дворкина, он там присутствовал. И они обратились в Госпотребнадзор, обратились, как они загалдели сразу, то про меня, про лагерь говорили. Это они делали, это их работа. По прокурорской этой проверке у нас ничего нету. Все дети здоровые, все, до единого. Все веселые, мы выставляем. Вот я сегодня выставил только за один день 15 роликов. Вчера, позавчера, позавчера, каждый день по 9 роликов. Все, снимаем. За нами подсматривать даже не надо. Полиция каждый вечер и вчера звонила. Как дела? Сколько ребятишек? Все по-хорошему. Вчера только говорили. А сегодня вот такая ситуация. Но мы к ним не подходим. Они до этого приезжали, вот. Это было в пятницу. Детей-то не было в лагере-то. Они зашли сами, но их снимали. Это выставлено, посмотри в интернете, в нашем ютубе. Она называется, статья, ну, два ролика, называется так. «Я всегда знал, что после грома бывает дождь. Сократ». И сейчас отзывы там какие идут. Сейчас уже вам сообщили в Америку, в Австралию, в Канаду, чтобы все молились. Игра. Им надо сообщить. А приезжает милиция, пузатые все. Ну как Нургалиев-то, уволить пузатых. Их не уволили, оказывается, они тут и есть. Ничего за нами нету, нету ничего. Главное это сохранение детей, дети сохраненные. Дети, родители звонят, только детей наших не отдавайте. Мы в командировке там где, а я что должен делать? При всем желании ничего не могу сделать. Ну, брат, думай. Да, подумай по всем статьям, и где можно там, ну, говорится, засвидетельствуй. Мы невиновны. Самое главное, дети здоровы. У нас другой образ жизни. У нас христианские правила. Соблюдаем посты.
У нас нет больных, нет утопленников, нет разбитых на машинах, ни одного поврежденного, ни отравленного. Какое еще доказательство? В бане все чистенькие. Кино вот два дня, суббота-воскресенье, не вылазили кино, смотрели. Ну, дождик где? Дети веселые, мы выставляем, какие соревнования устраивают, бегают, по ягоды идут. Ну, я не знаю, от меня-то что надо? Надо, чтобы как... А жил, как я могу жить по их нормам, когда они меня ограбили, страну ограбили, а теперь дают нормы, по которым живет Березовский, жил. Я не могу это делать, чтобы мраморные туалеты были. Мы живем, как позволяют наши средства. Нам помогают и кто-то... Ну, отошел, да? Но помолитесь, мы очень желаем... Меня сразу спросили, как... Юристы ваши знают или нет? Ну вот сейчас сообщил, это Австралия запросила. Помогайте, кто может. У меня закрытие 2 августа, если все благополучно будет. С Богом. Ну вот. Звонят уже, речь юриспруденции. Сообщаем. Вот сказать. Ну, попутно здесь это вошло, так позвонили. Сейчас я покажу еще. Вернусь. Вот сегодня. Это сегодняшний. Вот это 5 в один ряд. Вот выстроили. Вот у нас 3 миллиона 101 тысяча просмотров. Подписчиков 4012. 4000. Значит, у нас есть клиенты свои. Ну, вот тут 9 просмотров, 11, еще меньше часа назад я включил, 15. Дети учатся выпекать хлеб. Еще тут плохого. Дети учатся выпекать хлеб, и показано как. Эстафета, это соревнования идут, 2 эстафеты. Это кинозал, как они дети кричали, кинозал, кинозал. А я, говорю, думал, динозавр. Вот, квадрокоптер тут был, как вы запускали, крещение шло. Ну, интересно. Вот, 2-я пятерка. И 3-я, вот она. Делается все, чтобы быть навсегда нищим. Поддержка лагерю стану от братьев, сестер из города. Помолимся, чтобы добрые люди вышли навстречу нашим. Роснадзор подготавливает усиленно почву антихристу. Вот 15. 15 это вообще не выскажешь как. Ну и у нас наш форум есть. Заходите на форум. Регистрируй. 1592 темы. Вот. Это Константин Королёв уже зашел. А то его я сказал. Что-то та-та-та. Вот могу ли я оказать какую-либо помощь? Я ответ сразу даю. Сразу же даю это в Канаду. Что он спрашивает? Знать, могу ли оказать какую-либо помощь? Куда детей везли? Не, дети пока по домам. Только молись. Мы все живы и здоровы. А еще написал, не беспокойтесь, нисколько. Вот отправил в Канаду 2 послания. Что тут плохого? Мы в это верим, мы верующие люди, сохраняем себя. И Бог милостивый. Еще у нас большое сокровище в свете Библии. Это наш сайт, красавец.
И тут самое ценное. Все, 50 книг аудио насчитано только. Ответы по темам. Вот, это 4124. Ну, вот так. На этом пока конец сегодня. Слава Христу!